О, Рушан вернулся. Не такое полгода. Да. Трубу срезать ты должен. Нет, потом я срежу. А потом ты срежешь, а там будет эта краска содрана. Нет, не или потом подкрасить. Если сможешь, лучше сейчас срезать. Купил Рушан вот такие вот спицы огромные. Шпильки. А. Хотел восьмерку. Шпильки. У нас восьмерки не было. Была десятка. А десятка стоит в 3 раза дороже. Если, допустим, вот шестерка стоит 41 или 42 рубля. Восьмерка стоила 60 рублей, а десятка уже идет 150 рублей. Mm. Ну, блин, я лучше возьму 3 шестерки поставлю, в принципе. И нормально будет? Десятка. Нормально будет. Ой, как здесь это сыро все на камеру, прям все мокро. Вон там все черно. Там все черно. Ну, у нас здесь там все черно. Ну, у нас здесь. Мокро? Ну да, сыро, да. Вот видите, вон сыро все. У нас дождик был. Ну и раскопки вот эти. Там одна подписчица написала. Вам огромный привет. Что было, говорит, раньше, что стало. Молодцы, говорит, большие. Ну да, в принципе, у нас на данный момент почти вся та же картина. Опять эти раскопки начались, опять этот бардак во дворе. Только наведем порядок, только все сделаем. Вроде бы так чистенько, все хорошо, но что-то же надо делать. Приходится опять бардак наводить, да, Рушан? Да. И мы опять наводим бардак, чтобы потом его убрать. Так что вот такие дела. Вот здесь я хочу, чтобы Рушан, видите, у нас тут одна торчит, труба выше. Ее надо сразу тынц-тынц убрать, укоротить немножко. Видите, разница какая. И будет хорошо. Сегодня уезжали, свиньи воды побольше налили, потому что думали, вдруг надолго. Сейчас пришли, там еще есть вода. Посмотрели, все хорошо у нас здесь тоже. Ну все уже, качество не то. Ой, совсем не то. Да, уже все. На дворе вечер. День короче стал. Поэтому уже все. По темноте придется все делать, да? Ну да. Вот куры, вот вода у них есть, все нормально. Нет, они у нас там на крыльце пьют воду. Интересные. Вот так вот. И также Нэнси, у нее своя чашка есть, на улице стоит, вода постоянно есть. Нет, она будет где-нибудь в другом месте пить. Да. Все, поехали. Что, будешь из этого березку делать? Нет, Кристинка сказала. Приедем, говорит, если вас дома не будет, я из твоих труб березки сделаю. Я говорю, я тебе сделаю. Мужики с ума сходят. Так, я сейчас буду их загонять, потому что они... Они сейчас опять усядутся, и они садятся и начинают гадить это. Поилку. Да. Так что иди, можешь загонять лучше. Время идет. Нет, сейчас тебе здесь быстренько, ты уже руку набила. Видела, да, сейчас голубь полетел? Место себе найти не может. Ага, это вот из новой партии. Ну, сейчас стемнеет, он ослепнет, я его посажу, если он не залетит сам. И если он где-нибудь на поле не сядет? Нет, он не сядет. Метается. А этот открыто, голубят? Да, открыто. Он опять куда улетел. Вообще-то он открыт. Я такой важный. Uh-huh. Я такой главный. Так, ты куда? Так, все, подожди. Так, все. Пойдем сюда. Ты думаешь, они выпадут? Ну, они это могут выпадать. Покажу, как получается. Ну, сейчас уже у нас
темно, ну вот темнеет, уже ничего не понятно. Но, по крайней мере, вот что было и что уже, так посимпатичнее становится. Вообще люблю белый цвет. Все бы покрасила белым цветом. Все везде вокруг покрасила бы белым цветом. Так что вот так вот ярко становится, светленько. На белом все смотрится, и трава, и цветы. Помните, когда мы забор делали главный, вот этот вот забор, нам советовали коричневый. Я на коричневом цвете, на шоколадном, просто представила цветы и зелень. Я подумала, все, это будет вообще ни о чем. А потеряются, и цветы потеряются, и зелень потеряется. Это будет очень некрасиво. И когда мы сделали белый забор, и вот, ну, вы сами видите, как смотрятся и цветы, и зелень. Очень красиво и хорошо. Ладно, буду продолжать красить. Буду здесь держать, давить. Давай. Ой. Не идет? Да нет, у них не было сверла по металлу, ну такого по дереву, по металлу длинного. Я взял бур. А бур надо будет сейчас затачивать, чтобы он просверливал. Если они сейчас соскочат, эти мошки, Ого! Подожди, хрюнь. Вот так вот. Убирайте так. Прям на морду. Ну скажи. На то я и хрюша. Надо будет сейчас еще это солому им подкидать, Рушан. И этот пытается кашу поесть. Иди комбикорм свой ешь. Кашу, скажи, вкуснее. Точно хрюша. Смотрите, хрюша. Только на него не надо, на малыша. Аккуратненько, ага. Не пьет, кашку кушает. Не дает, смотрите, тоже отталкивает. Скажи, сама хочу. На то я и хрюша, чтобы залезть туда ногами, да? Эх ты, копытца свои испачкал. Разойдись, детский сад. И вот сюда надо, вот в эту сторону, где кормушка. Немножко. Ну, дети, всю мамку высосали, да? Всю высосали мамку. Привет! Разный! Эй, разный! Уши твои! Нет, сюда нельзя! Пик! Пик! Все. Блин, она там ест, не сможешь, да, обойти? Ха-ха! Ой, пятнисто! Все, они сами разгребут! Достаточно! Начинают есть, хорошо. Ага, смотри, они пьют. Они вот сюда вот залезли и где-то вот сосали. Пить они умеют, да, молоко наливают, они пьют. Угу. Тимошка больше научился пить, а? Тимошки здесь нету. Где-то там он в комнатике. В комнатке отдельно наелся и спит. А эти лезут. Да, бутусики. Наверное, после того, как она наступила на него, боится теперь. Тимошка? Да. Боится? Угу. Ой, поросята, прям. Все там. Сейчас все в каше. Он, она своими ушами его извозила. А да, потом они друг друга облежут. Пятнистый лес. Я, кстати, уже закончила. С трубами.
покрасила наконец-то. Сейчас пойду на кухню готовкой заниматься. Корешан, дальше буду столешник туда делать. Да. Что-то я не вижу отмеченных. Все, они стерлись, прикинь. Это же тоже был отмечен. Стерся. И видишь, и рыжий. А, рыжего мы не имеем. Ой, этого пятнистого мы не имеем. Ну да. Побежал. Мамка. Аккуратно. Там густо, может как-то палкой попаднуть или съесть? Да, они сейчас сами раскидают. А, это себе залезет, конечно. А ухо у этого там. Да, интересный. Угу. Это пацан, интересно, или девчонка? Девчонка. Может, ее себе оставим? Кристина, да, девчонка, да. Кристина же с Ваней не брали ее, правильно? Нет. Давай ее себе оставим, будем наблюдать, такая интересная. Угу. Если, конечно, не купят. Ну что решили, оставляем дальше ее на Машку? Позже решим. Позже решим? Угу. Ну ладно, еще подумаем тогда. Просто если мы ее на Машку оставляем, тогда это поросят не надо нам оставлять? Или можно будет оставить? Одного оставить. Так а где потом? Хорошо, она через почти 4 месяца опоросится. А того, которого мы там закроем в дальней комнате. Куда там? Мы его потом денем? Да. Тут сарай маленький? Да. Ну и только так. А, скажи, мамка, ты там ешь, а мы тут будем есть. Вон они. О, пошли, пошли работать. Не-не, не будет, Рушан, она его толкнет мордой. Он вообще там сломается. Ну попробуй. А если она это... О, пьет, пьет потихонечку. Успел, скажи. Ну давай, Рушан. Решил его вообще в кормушку поставить. Он вообще не понимает, где он. Держи, держи его. Железо же вокруг. Ну ты даешь. Вот кто питал. Нет, он не понимает вообще, что происходит. Почему он ко всем, да, не выходит? Угу. Раньше еще более-менее выходил. А сейчас нет. Убежал, сейчас убежал, все, и убежал туда, все, ушел в ту комнату. А эти работают там. С одной стороны работает один, с другой стороны двое. И все, главное, белые работают. Они уже достают, в принципе, они, типа, может даже не ложиться. Ага, да. Все, здорово. Ладно, ешьте. Ну, вот так вот получилось. Завтра уже днем покажу. Надеюсь, косяков нету, так как красила по... Ну, вот, по темноте, можно сказать. Пойду я тогда еще воды дам кроликам и сено дам. Комбикорм, потому что у них, ну, этот корм у них есть. Сено им... Немножко дам, и все на сегодня. А ты потом коров покормишь. Ладно? И пошла заниматься ужином. Ой, Рушан так накидал. И удобно теперь брать сено. Вот так вот. Все набито. Давай, нападай. Нападай. Привет! Разойдись. Разойдись. Давайте. Все, нападайте. Сено вам на ночь. Утром встретимся. Привет! Ребятня. Держите. Сено. Ох, здесь у нас шире. Так вот. Вода. Так вот очень удобно. Поилки специально ставим. Прям видите, здесь вот с краю стоят поилки. Что, вы пить не хотите? И очень удобно наливать. Не надо открывать. Они сразу бегут, все начинают вываливаться.
готовить, хочу еще лука набрать. Я, блин, лук неправильно, конечно, посадила. Надо было прям и место бы по минимуму, и меньше мне было бы этот сорняк здесь убирать. Но я его почти не убираю, его здесь почти нет. Но все же, надо было прям луковица к луковице, прям вот так луковица за луковицей за луковицей, чтобы даже промежутка не было между ними. Я только недавно увидела видео, как это делают. Но ничего, научусь. Не всему сразу. А то скидывают многие, пишут, и такую информацию, и такую. Все сразу не уловишь. И бывает, что забываешь. У нас и тоже есть родственники, есть некие проблемы. И у родственников, и везде, которые также мы помогаем решить. И забивается больше этим голова, понимаете, чем комментариями и еще чем-то. Поэтому бывает даже ты высаживаешь что-то, да, думаешь, что правильно, а ты сама где-то летаешь, думаешь о родственниках или о своих каких-то определенных там проблемах. И забываешь, а потом только понимаешь, блин, а я же неправильно высадила. Но вот лук я так вот высадила, я не знала. Может, и писали, я точно не знаю, не успеваю все, конечно, прочитать все комментарии, но я стараюсь прочитывать, но на все времени нету. На все нет времени, не успеваю. Так что вот так вот, красота. Помидорок уже набрала, помидорки у нас есть. Прошлась, так посмотрела, смотрите, там красненькие помидорки. Там вот висят помидорки, помидорки такие хорошенькие. Пусть пока еще висят у нас. Все, пошла я готовить ужин. Вот такая здесь красота. Все обкаканное здесь у нас. Голубями, кстати, голубь сидел на крестовине. Вот на этой крестовине сидел. Потом слетел, полетел куда-то. Улетел. Ну вот Рушан открыл голубятню. Ну не знаю, посмотрим. Прилетит, не прилетит обратно. Что-то Рушан, он как туда куда-то сел, да, за теплицу. И все. Опять полетел дальше? Вот, блин. Ага. А я посмотрела так со стороны. У дядь Коли в огороде здесь рядом нету его. Че, большую дырку делаешь? Ну, чтобы эта шайба спряталась туда. Ну, ясно. Ну, ладно, все. Убегаю от тебя. Счастливо оставаться. Главное, не замерзни. Замерзнешь, сразу же домой беги. Буду тебя согревать, хорошо? Пока работа кипит. Давай. Я уже на кухне. Здесь у меня фарш свинина-говядина. Перебила лук. Добавлю сюда. Буду тефтели готовить с рисом. Тефтельки с рисом. Перчик. Все по вкусу. Так, сольку. Пилот, подожди, ты уже гулял. Так, соль, соль. Я обычно не досаливаю почему-то. Так, соль. Потом хмели сунели. Добавим. Так. Вот оно, оно. И яйцо я должна потихоньку, ну, двумя руками разобью. Проверять, чтобы ничего там не было. Все, яйцо чистенькое, все хорошо, чтобы там никаких не зародышей. Один раз попалось, но всегда надо проверять, потому что у нас петух есть, всякое бывает. Все, и вот такой вот фарш. Сейчас перемешаю и добавлю рис. Рис я немного отварила, чуть-чуть отварила, покипел немного. Потом он у меня... Я его промыла, и он уже должен остыть. Ну и промывала я холодной водой его. Все, сейчас буду рис добавлять. Добавила рис. И теперь все это вместе перемешиваем. Сейчас накатаю колобков. И буду делать зажарочку. Ну подожди, малыш, ну чуть-чуть подожди, потерпи. Ты, тем более я с тобой уже гуляла, прежде чем тут сюда завести его. Я его выгуляла, чтобы он сходил в туалет. Ты сходил в туалет. Я единственное ему кефирчику немного дала, потому что у него животик заболел. О. Все, 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 сейчас пойдем. Все, ладно, сейчас все бросаю и иду с тобой, иду.
сходим, как раз посмотрим, что там Рушан делает. Свинья, наверное, поставил варить. Свинья варит, либо собакам варит. А может, еще делает. Я просто с Рушаной сестрой долго общалась, потом с мамой общалась. Ну так, одной рукой делала, но одной рукой это не двумя руками. Так что вот такие дела. А когда на громкоговоритель или телефон, допустим, куда-нибудь покладешь, а не слышно, переспрашивают. Так что вот так вот. Все, иду. Иду. А, фонарик мой ходит. А, ты склеивал, да, Рушан, обратно? Ну, склеивал и плюс еще это. Ого. На шпильки посадил. Угу. А это чертил, где у тебя шпильки проходят или что? Да. А это важно, да, нужно? Ну да, на этом все уберется все. Не, я вообще просто спросила. Это просто этот. Я ведь просверливал, когда мне нужно было понять. А, чтобы четко, да, ровно не вошли. Что, получилось? Доволен результатом? Или в чем-то сомневаешься? Понятно. Пока пилота выпустила. Вот он. Свою подружку встретил. Ой, подружка, скажи, моя, да? Где твоя подружка? Развлекайся. Все, пошли развлекаться. Развлекайся. Делаю подливу уже к тефтелькам. Так, где у меня эти красавцы? Вот они уже ждут своего часа. Я здесь уже приготовила. Здесь у меня вода, немного соли и мука. Сахар, соль, перчик приготовила. Здесь у меня обжаривается лук, морковь. Я решила перебить на этом, как она называется, на молнию называю ее. И вот такой косяк. Нарезала уже помидоры, накидала. Хочу тоже перебить, чтобы томатную пасту не добавлять, которой у меня нет. Обычно я делаю с помидорками. Забыла нож ставить. Теперь это все придется разгребать, устраивать. Здесь свинарник. Вот так вот. Разгребаем все. Ой, блин. И, короче, туда пытаемся, ну, стоять. Установить этот нож. И обратно. Закидываем наши помидорки. Сейчас я буду перебивать и добавлять помидорки. Зажарочку нашу. Так, добавляем теперь томатики. О, вот такая вот кажется у меня уже получилась. С помидорками. Так, закипело. Теперь добавляю немного воды. Так, ну-ка. Так, наверное, еще чуть-чуть добавлю. Водички добавляю. Так, ждем, когда закипит это все дело. Так, закипело. Добавляю немного сахар, перчик по вкусу и сольки. И так вот. Так, можно приправки какой-нибудь добавить, но мне не надо. Все это перемешиваем. Хорошенько. Далее здесь у меня соль, вода холодная, соль, ну и примерно 2 чайные ложечки полные муки. И теперь это все медленно вливаем. Опа. Все. И теперь мы это все мешаем. Вот так вот. Огонь сейчас я сделаю поменьше. Добавляю обязательно зелень. И все перемешиваем. Ждем, когда закипит. Покипит потом минутки 2. И тефтели буду заливать.
3-4 минутки у меня покипело. Подлила, теперь я заливаю тетельки. Прям идеально. Они скрылись. Все, их не видно. Так. Все. При температуре 180 градусов. На 30 минут в духовочку. Вот так это все выглядит. У нас ЧП. Попросила меня жена макароны приготовить. Ну, не приготовить, это... Ну, доварить. Сварить, короче, да, доварить. Вот. Ну, вот, смотрите, как я доварил их. Немножко переварил, перестарался, как говорится. Хотел как лучше, получилось как всегда. Вот думаю, что я буду неделю без тебя делать? Я с голоду подохну. А, еще время есть. Я из тебя такого шеф-повара сделаю. Ну, такое я точно не приготовлю. Такого тебе и не надо. Готовить. Ну, то есть макароны научишь, да, варить? Да, будешь на макаронах жить. А что, картошку пожаришь, там что-нибудь придумаешь? Представь, если я так макароны сварил, как картошку пожарю. А да что? Я говорю, если я так макароны сварил, как и картошку пожарю. Ты жарил картошку, не сочиняй. Шучу, конечно. Нормально все. Просто немного с макаронами я это... Ну, отвлекся. Перестарался, да. Со своим, это, друганом общался, или как там у вас говорят? С коллегой. Коллегой. С коллегой-пчеловодом. Да, немножко заболтался. Ну, ничего, бывает. Да все съедобно. Конечно, съедобно. Вот видишь, я тоже не хочу поварёшку мыть потом. А, и поэтому ты типа чуть-чуть не дуршлаком бульон накладываешь. Перед сном же надо это посуду помыть, чтобы все было чистенько. Это я как-то однажды, знаешь, был в гостях у одних бабушки с дедушкой. Дедушка вообще не видел. А бабушка плохо видела. И вот, и она сварила супчик, угу. Дала ему супчик, и как бы плохо увидела. И вот ложку такую, знаешь, с дырками же есть? Угу. Вот такую ложку ему дала. Вот. Он сидит, ест, 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 ест. А потом, говорит, не понимает и кричит на нее, говорит, ты что, говорит, мне, говорит, пустую тарелку дала, говорит, я, говорит, уже 10 минут здесь пытаюсь бульона попить, а это... А она потом смотрит, она ему ложку дырявую дала с дырками. Ну, зато весело. Ну да. Будут что вспомнить. Ну, деду было не до смеху. Он так разозлился. Он подумал, что она над ним издевается. Че, я пока не убираюсь? Че это? Еще добавочка, если что, да. Все, всем, кто кушает, приятного аппетита. Давай вот так вот. Сейчас я схожу за майонезом и будет вкуснятина. Вот так. Димон. Димон. Хрю-хрю-хрю. Димон. Димон, доброе утро. Он спит. Его не видно. Он бежит. Бежит. Димон. Прибежал такой смешной такой. Вылез. Молодец, сейчас спал среди всех. Умница, Димон. А то уляжется здесь один. Они там все спят возле нее, а он здесь один лежит. Да, Нетечка? Так, я вас не звал. Я уже Рушану говорю, может быть, не... А, тут и пилот. Пилотик, я про тебя уже забыла, что на улице. Привет, Хрюндель. Ну, ты разноухая. А? Ей, наверное, надо вот это... Сережку на ухо повесить, чтобы она вниз ее тянула. Это не она. Нет, вон она. Вот там? Да. Так, ты давай, иди. Да ничего не будет, пускай сидит. Она сейчас его выкинет, вытолкнет его. Не вытолкает. Пусть учится тоже сопротивляться. Иди. Сил набирается. Ну не с таким же, блин, это же противовес жестокий. Он, видишь, отвоевывает соску. Мне нравится. Тимон, хрю-хрю-хрю, иди сюда. Он такого слышал. Мамка пришла, молока принесла, и бегом сюда. О. Так.
Он его выкусает, да? Да. Ой, ой. Засмотрелась, Тимур, и не поняла, Тимур, куда Тимур камеру направила. Ого, драки какие. Иди давай, иди. Вон еще целая троица пришла. Ты сильный, сильный, я знаю. Давай, иди вон туда. Ой, скажи, какая кашка вкусная. Все, что ли, наелся? Все. Жаль, у меня вспышка не работает. Батарейку посадила. Ого! Так, ты давай, иди, иди туда. Война, борьба. Все. Все, я сейчас послежу, посмотрю, чтоб он это... Интересно, к мамке побежит, нет? Или здесь уляжет? Да, все, он уже наелся. Смешно такое. Телепузи, блин. Тебе только в кормушке жить. Он писит. Он писит, стоит. Поел, в туалет сходил. Дай-ка еще поем. Место освободил, да? Да, детеныш. Так, что ты теперь пошел? Все, наелся он уже. Ладно, на. Кто здесь? На, будешь сёрпать? Ну всё, Тимон там теперь ночи. Грязный будет. Все, я сейчас послежу немножко, посмотрю, куда он пойдет. Я не знаю, увидите это или нет, но это что-то смешное. Он залез на двух поросят, которые вольтами лежат, сверху, и ему хорошо. Так, не трожь его. Смотри, что делает, а? Ой! Устроился! Лежит. Все, уже ничего не видно. У нас началась готовка кормежки. Как обычно. Как и должно быть. Все, всем пока, спокойной ночи. До завтра. Пока-пока.